О миротворцах в Приднестровье накануне говорили и в России. В МИДе отметили, миссия была и остается основой для продолжения диалога сторон. И заявили, не согласны с любыми высказываниями о смене формата. То, что в регионе сохраняются риски для безопасности, показали произошедшие в Приднестровье в апреле-мае текущего года вооруженные провокации, а по сути теракты. Российская позиция неизменна и заключается в том, что миротворцы должны продолжать свою миссию. Вопрос об изменении статуса миротворческой операции можно поднимать только после полного урегулирования конфликта, отметили в российском МИДе.